Привет, мы с вами находимся около метро ВДНХ. Вот, это тот как раз выход, да, такой центральный выход, главный, вот, круглый такой, вот, который как раз идет именно на выставку достижений народного хозяйства, непосредственно ВДНХ. Но мы сейчас находимся по другую сторону, в сторону проспекта Мир. То есть вот мы выходим из этого вестибюля, перед нами проспект Мира, там дальше вот сзади как раз идет проход на выставку, а за проспектом Мира мы видим вот эту гостиницу «Космос» знаменитую, да, и идет вот улица Космонавтов. И вот между улицей Космонавтов и проспектом Мира перед гостиницей вот этот «Космос» находится площадь Шарля де Голля. Вот, и здесь еще находится автостанция ВДНХ. Тоже. И вот на улице Космонавтов она находится. Вот как раз вот такое пространство небольшое, памятником этому как раз Шарлю де Голлю. Вот как раз перед вот этой гостиницей «Космос», которая была построена, соответственно, к Олимпиаде 80 в Москве, вот, и принимала гостей Олимпиады. И вот как раз вот перед большим таким зданием монументальным, который, несомненно, является достопримечательностью, я про него уже рассказывал, когда мы были на проспекте Мира, вот находится такая небольшая площадь. Ну, площадь такая, знаете, ее, конечно, трудно угадать, она такая не классическая площадь, да, несколько искусственно созданная, ну, небольшой такой уголочек, да, уголочек такой маленький. Маленький, вот с этим памятник Шарль де Голль, который был установлен в 2005 году скульптором, и был этого памятника Зураб Царитель. Ну, Шарль де Голль, это был французский военный государственный деятель, генерал, и, собственно, он очень президент французской республики, был президент Франции некоторое время, очевидно, да. Вот, и, в общем-то, он, в принципе, ну, достаточно сильно был известен в свое время, и жил он в 1890-1870 годах, вот, и, в общем, очень сильно прославился, его имя, в принципе, довольно известно. Вот, ну, и, в общем-то, изображен у нас тут стоящий в полной военной форме, ну, на постаменте находится действительно надпись, выполнен позолоченными буквами, что генерал Шарль де Голль, президент Французской Республики. Ну, собственно, и все. Ну, если хотите о нем узнать, там узнаете, ну, а так, в принципе, особого интереса площадь не представляет, больше интерес представляет именно вот эта вот гостиница «Космос». Ну, как просто когда будете, там, и правда, эта площадь, она, видите, сейчас очень плохо просматривается, потому что там эстакада проходит над ней, вот этот проспект Мира, по эстакаде, и как бы там вот за этой эстакадой плохо видно эту площадь, ну, там просматривается эта гостиница, ну, тоже она скрыта вот этой немножко эстакадой, чуть-чуть она, там видно ее, конечно, там, верхние этажи, а так вот эстакада скрыта. Ну, имейте в виду, что там за эстакадой находится больше Шарль де Голль. Вот такая интересная площадь. Ну, мало вообще даже кто о ней знает, мало известно. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.